Здравствуйте, меня зовут Сергей, и я рад приветствовать вас в заключительном ролике нашего курса «Квантовая физика простыми словами». В течение предыдущих 9 видео мы вместе погружались в увлекательный мир квантовой физики, исследуя его тайны и открытия. Сегодня мы подведем итоги, обобщим ключевые темы и обсудим, какое значение квантовая физика имеет для науки и технологий. Прежде чем приступить к резюме, давайте вспомним некоторые основные понятия, с которыми мы познакомились. Квантовая физика – раздел физики, изучающий явления на уровне атомов и субатомных частиц. Квант – минимальная порция энергии или другой физической величины. Дуальность волны и частицы – концепция, что микрочастицы могут проявлять свойства как волн, так и частиц. Принцип неопределенности – ограничение на точность одновременного измерения пары связанных величин, таких как положение и импульс. Суперпозиция – состояние, в котором квантовая система находится одновременно в нескольких возможных состояниях. Квантовая запутанность – состояние, при котором две или более частиц связаны так, что изменение состояния одной мгновенно влияет на другую, независимо от расстояния. Квантовое туннелирование – явление, при котором частица преодолевает потенциальный барьер, несмотря на недостаточную энергию. Кубит – базовый элемент квантового компьютера, способный находиться в суперпозиции состояний 0 и 1. Давайте пройдемся по темам каждого ролика и вспомним, что мы узнали. Резюме роликов 1, 2 и 3. Введение в квантовую физику. Мы начали с основ, рассмотрев, как квантовая физика возникла из необходимости объяснить явления, не поддающиеся классической физике. Мы обсудили понятие кванта и его влияние на наше понимание энергии и материи. Дуальность волны и частицы. Мы изучили эксперимент с двумя щелями, который показал, что частицы могут вести себя как волны, а волны – как частицы. Это фундаментально изменило наше восприятие микромира. Принцип неопределенности и суперпозиция. Мы познакомились с принципом неопределенности Гейзенберга, установившим ограничения на точность измерений, и понятием суперпозиции, позволяющим частицам находиться в нескольких состояниях одновременно. Резюме роликов 4, 5 и 6. Квантовая запутанность. Мы обсудили ЭПР-парадокс и понятие нелокальности, узнав, что запутанные частицы могут мгновенно влиять друг на друга, независимо от расстояния. Это явление стало основой для развития квантовой криптографии и коммуникаций. Квантовое туннелирование. Мы узнали, как частицы могут преодолевать энергетические барьеры, несмотря на недостаток энергии. Это явление имеет практические применения в технологиях, таких как сканирующий туннельный микроскоп и туннельные диоды. Квантовые технологии. Мы рассмотрели принципы работы квантовых компьютеров и основы квантовой криптографии, обсудили их потенциал и возможные риски. Квантовые технологии обещают революционизировать вычислительные мощности и безопасность данных. Резюме роликов 7, 8 и 9. Интерпретации квантовой механики. Мы углубились в философские аспекты квантовой физики, рассмотрев копенгагенскую и многомировую интерпретации, а также другие подходы к пониманию квантовых явлений. Квантовая теория поля. Мы узнали, как эта теория объединяет квантовую механику и специальную теорию относительности, описывая элементарные частицы как возбуждение полей и объясняя фундаментальные взаимодействия в природе. Современные исследования в квантовой физике. Мы обсудили актуальные направления исследований, включая квантовую гравитацию, новые материалы с уникальными квантовыми свойствами и перспективы развития квантовых технологий. Все эти темы взаимосвязаны и дополняют друг друга, формируя целостное понимание квантовой физики. От базовых концепций до сложных теорий и современных исследований каждый шаг нашего пути – позволил глубже проникнуть в природу микромира и осознать, как квантовые явления влияют на нашу повседневную жизнь. Подводя итоги, можно сказать, что квантовая физика радикально изменила наше представление о мире. Она не только объясняет поведение материи на самом фундаментальном уровне, но и открывает новые горизонты для технологического прогресса. Значение квантовой физики. наука и технологии. Квантовая физика лежит в основе многих современных технологий, от смартфонов до медицинского оборудования. Будущие разработки в области квантовых компьютеров и квантовой связи могут привести к прорывам в науке, медицине и промышленности. Философское осмысление. Квантовая физика ставит перед нами глубокие вопросы о природе реальности, роли наблюдателя и самом понятии существования. Она расширяет границы нашего понимания и стимулирует новые философские размышления. Я надеюсь, что этот курс пробудил в вас интерес к квантовой физике и вдохновил на дальнейшее изучение этой захватывающей области. Квантовая физика – динамично развивающаяся наука с множеством открытых вопросов. Ваше любопытство и стремление к знаниям могут внести значимый вклад в будущее научных открытий. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. Было приятно делиться с вами знаниями и обсуждать столь интересные темы. Желаю вам успехов в ваших научных и личных достижениях. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте исследовать и открывать для себя удивительный мир квантовой физики. До новых встреч и всего доброго!